Проект «Cinema Fashion» – детище двух челябинских стилистов Натальи Обвинцевой и Марии Занько. Показы фильмов о модных домах, дизайнерах и редакторах глянцевых журналов собирают самую модную публику весь последний год. Очередной фэшн-раут посвящен французскому модельеру обуви Кристиану Лабутену. В основном это документальные фильмы, хотя у нас будут и какие-то художественные. Ну, я думаю, что это всегда полезно посмотреть, возможно, узнать что-то новое. Самое интересное, на самом деле, когда приходят гости, и когда мы от них узнаем что-то новое по этой теме. То есть это возможность общаться, это форма коммуникации в итоге, так или иначе. Кристиан Лабутен «На высоких каблуках» – автобиографичная картина, где маэстро повествует о своей жизни, выборе профессии и, конечно, происхождении фирменной изысканной красной подошвы. Туфли с таким отличительным знаком стали в этот вечер частью дресс-кода. Но отличительной чертой является далеко не только это, а именно вот этот вот глубокий вырез, так называемое декольте, которое приоткрывает женскую ножку, женские пальчики. Я считаю, что туфли – это самые красивые туфли в мире. И никто не смог сделать таких красивых лодочек, как он. Но он, конечно, сам говорит, что его не раз в этом упрекали, что его туфли очень неудобные. Он говорил, что я не делаю удобную обувь, я делаю очень красивую обувь. И действительно, лодочки, кейт, Пигали – это самые красивые, то есть я всегда использую их в съемках, потому что они смотрятся как никакие. Естественно, если вы собрались покупать Лабутена, это должны быть бежевые. Идеально это модель Пигаль. Это must-have, который выручит вас для любого мероприятия и для любого времени суток. Малая часть картин, связанных с фэшн-индустрией, доступны для русскоязычной аудитории. И потому в планах проекта «Cinema Fashion» находить редкие фильмы и заниматься их переводом. А это значит, что челябинских модников в ближайшем будущем ожидает немало модных открытий. А где нас показывать будут? Ты что, Кису, не подписана на канал Beauty Time в Ютьюбе? Подписывайся.